Добрый день, друзья! Сегодня я расскажу свежие новости из мира ММА, и прежде чем я начну свой рассказ, я буду делиться полезной информацией. Пожалуйста, подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписались. Для этого кликните на эту кнопку. Спасибо! Вудли сохранил пояс в бою с Томпсоном, Оверим нокаутировал Ханта. Сегодня, 5 марта, в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 209, в главном поединке которого чемпион организации в полусреднем весе Тайрон Вудли встречался с претендентом на титул Стивеном Томпсоном. 25-минутное чемпионское противостояние завершилось победой Вудли единогласным решением судей. Напомним, спортсмены уже сталкивались между собой. В прошлый раз был зафиксирован ничейный результат. Во втором по значимости событии вечера красивый бой показали швед Дэвид Теймур и американец Ландо Ваната. По итогам трехраундного зрелищного сражения судьи единогласно отдали победу европейцу. Открылся мейн-ивент боем между тяжеловесами Алистером Оверимом и Марком Хантом. Оба проявляли характер на протяжении всей дистанции поединка, но в третьем раунде Оверим мощным ударом с колена отправил новозеландца в нокаут. Тони Фергюсон бросил вызов Конору Макгрегору. Боец смешанных единоборств Тони Фергюсон бросил вызов действующему чемпиону UFC Конору Макгрегору. По словам американца, ирландец станет его следующим соперником. «Ты следующий, Конор», — написал Фергюсон на своей странице в Твиттере. Напомним, Тони Фергюсон должен был провести поединок с Хабибом Нурмагомедовым за звание временного чемпиона. Обладатель этого титула должен был стать претендентом на бой с Конором Макгрегором, который владеет постоянным поясом. Уайт. Денежный бой? Если вы не Макгрегор, заткнитесь. Руководитель UFC Дана Уайт призвал бойцов своей организации прекратить требовать больших гонораров, если они не могут потягаться в популярности с Конором Макгрегором. «Я устал от термина «денежный бой». Они говорят: я хочу денежный бой, я хочу денежный бой». Что? Вы все пойдете драться с Конором? Слушайте, нет сомнений, Конор самый популярный. Он приносит большие продажи pay-per-view и все остальное. Если вы этого не делаете, заткнитесь», — приводит слова Уайта MMA-джанки. Понравилось видео? Жми «Мне нравится» и рассказывай друзьям.